Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Всем, кто с нами на связи. В эфире за тем, чтобы поздравить всех наших людей с праздником Великой Победы, пожелать счастья, радости, мирного неба над головой, чтобы мы не забывали, чего нашим старикам стоило великая победа, которую они совершили для нас. Низкий поклон всем. Сегодня разговаривал с отцом, моего папы день рождения 8 мая. Сегодня еще раз созванивались и поздравлял его с праздником. Вспоминали наших прапрадедов. Ну, из моей фамилии, кто погиб. Из них вот 5 в первые 7 дней войны погибли. Вот. Память о них осталась. Я очень дорожу этой памятью. И горд. Горд. Вот. Что имеет отношение к этим по-настоящему великим людям. Я поздравляю вас с этим праздником еще раз. Желаю всего самого наилучшего, потому что День Победы — это, конечно же, праздник мира, праздник мира, праздник счастья и добра. Низкий поклон всем, кто в разное время отстаивал наше право на мирное существование. С праздником. Крепко обнимаюсь. Меня зовут Вася Вакуленко, и я прочту письмо лейтенанта Зиновия Герта от 18 марта 1943 года. «Деточка, сколько ни таи, а сказать надо. Уверенность, что со мной ничего не может случиться. А оно случилось. Случилось это 12 февраля под Харьковом. Саданул на меня ворог из танка снарядом. Осколок врезался в кость левее бедра, повыше колена. И натворил там скверных дел. Сейчас собираюсь в тыл. Мучаюсь нечеловечески. Что будет с ногой, сейчас сказать трудно. Но это пустяки. Попасть бы скорее в нормальные условия. Лечиться мне еще 4 месяца. Но, родная моя, не отчаивайся, все обойдется. Желай мне здоровья и воли. Устал зверски, сейчас, пока адреса у меня нет, в дороге. Жду вестей. Меня зовут Вася Вакуленко, я хочу поздравить вас с светлым праздником 9 мая и пожелать мирного неба над головой. Майки.орг, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.